Высоко-высоко в небе, на мягком пушистом облаке, жили счастливые сестрички-капельки. Было им на облаке тепло и уютно. Но однажды подул ветер, он подхватил сестричек, и капельки понеслись вниз, кружась в прекрасном танце дождя. Каждую из них ждала своя удивительная история. Но мы вам расскажем о капельках, побывавших на балу чистой воды. А! Что с нами? Где мы? Куда мы попали? Это Москва-река. Москва-река привела капельки в огромное водохранилище, откуда и начались их удивительные приключения. А, как здесь интересно! Куда мы попали? Фу, как же мы испачкались! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ах, какие милашки-замарашки! Какие супер-грязнульки! Ой, кто вы? Я Микробиус Бактериус, повелитель грязной воды. Помогите нам! Смойте с нас грязь! Как нам это противно быть чистым! Как это ужасно! Как скучно и неинтересно! Не злите меня! А то навечно закую вас в грязные одежды. И не будете вы заниматься этим глупым и бесполезным делом — умываться. Нет, ни за что! Ты плохой! Мы не будем с тобой дружить! Бежим! Стойте! Микробы и бактерии! Окружайте! Хватайте! Все чистоты хотят. А я с кем останусь? Ой, голова кругом идет! Ой, что с нами? Куда вы нас толкаете? Не бойтесь! Мы братья-силачи-толкачи, могучие насосы. Мы сторожим вход в королевство чистой воды. Вас там ждут. Нас там ждут? Правда? В королевстве чистой воды? Мы поднимем вас в смесительное царство, реагентное государство. Там вас умоют и очистят. Я снова буду чистой, а я прозрачной. Как прекрасно сверкать чистотой. Здорово! Тут насосы поднатужились, и взволнованные капельки вмиг очутились в подземном царстве. Бурный поток подхватил путешественниц и силой протолкнул их через огромные трубы. Добро пожаловать в смесительное царство, реагентное государство! Я грозный генерал Хлор! Ага, не бойтесь меня, я вас не обижу! Я опасен только бактериям и вирусам! Они так и норовят проникнуть в наше королевство! Но с нами нет бактерий! Это вам так кажется? Вы их просто не видите, а я вижу все. Генерал Хлор взмахнул своим волшебным оружием, и зловредные микробы и бактерии в страхе упали. Спасибо! Вы настоящий рыцарь чистоты, генерал Хлор! Добро пожаловать, дорогие капельки. Мы мастера-реагенты. Я старый мастер Коагулянт. А я его помощник Флокулянт. Благодаря нам вы станете еще чище. Пока
капельки водили хоровод, мастера и агенты одели каждую в пушистые белые шубки. Те, как губки, впитали почти всю оставшуюся грязь и соскользнули на дно. Какой чистый воздух, как на небе после грозы! Рад приветствовать вас, о прекрасные, милые капельки! Как главный церемонимейстер смесительного царства реагентного государства, мастер Озон! Вы одарите нас ароматной свежестью? Конечно, мои прелестные, великолепные капельки! Капелька крепко зажмурилась и оказалась в одном из прямоугольных бассейнов зала фильтров. Приветствую вас в зале фильтров. Я аппарат управления. Я прослежу за тем, чтобы вы дружно и бесстрашно пробрались сквозь песок, активированный уголь и мембранные фильтры. Ой, как здорово! Как здесь интересно! Какая красота! Здравия желаю, капельки! Знакомьтесь, это мисс Аммиак. Теперь, капельки, вы принцессы нашего королевства. Самое главное ваше предназначение – напоить людей чистой и вкусной водой. Путь вам предстоит не близкий, более 10 000 километров. Но мы все уверены, что не зря старались. И вы с честью их пройдете. И напоите людей чистой, прозрачной и вкусной водой.